Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Район Ролиплей. Я зашел, меня уже встречают чуваки, блин, здесь на сервере есть реально, это реально девушка-админ, это, блядь, никакой не транс, это никакой не фейк, это реально девушка-админ, блядь, какая меня катала в прошлый раз на Роллсе, а это я не знаю, кто такая. Так, Томас, ты кому это? Так, не знал. Что? Чувак пишет, извиняюсь, ты мне Лера, блядь. Ой, блядь. Привет. Привет, Лера. Не слушай его. Блядь, это я ру просто, пиздец. Я извиняюсь. Блядь, чё? Отбил, ебать, пару, там все, меня сейчас забанят, нахуй, пиздец. На дарпоезда. И чувака наказали. Я попал на видос, да. Я сейчас снимаю. Короче, я установил новый модпак. Оказывается, я тогда в прошлый раз играл со старым модпаком. Тёлка нарвался, блядь. Пардон. За такое выражение. Блять, выражение. Пацаны, пикап от Кирилла Полканова, ебать. Только ко мне звоните. На почту кидайте, ебать. Вся хуйня там, короче. Яга. Нормально. Давайте спросим, а ты реально девушка? Девушка. Мне реально интересно, блин. Надеюсь, я не ошибаюсь. Вдруг это не девушка. Валерия Кеннеди. Интересно. Но нам придется все тачки продать и купить что-то новое, потому что мне здесь ни хрена не нравится. У нас есть 200 миллионов. Окей. Ладно, давайте я продам вот эту машину, потому что я не хочу себе Dodge. Поэтому мы продаем и берем только вот эту машину и едем. Чё ты, ко мне в Skyline хочешь сесть? Пол Уокер бы оценил. Ладно, ну вы поняли шутку, конечно. Ух ты, бля. Это Элегия, блядь, нихуя себе. Это шелегия в натуре, пацаны. Почему в репорт... Посижу в репорт, буду отвечать. Напишу без проблем. Без проблем. Все, поехали, короче, в автосалон. Там поищем какую-то тачку. Бля, я уже заблудился, ёбаный ты в рот. Чуваки, эпигру по модпак будет в описании. Бля, все-таки я скачал новый модпак. Блять, тут, сука, заблудиться нахуй вообще можно, блин. Я уже дорогу не могу найти. Туда, по-моему, да, во. Пиздец, блядь. Сейчас бы заблудиться в КРМП, блядь. Так, короче, чуваки, походу я буду здесь админом. Мне написали в репорт. Уже выдали админку, но нужно релогаться, короче, я не буду. Сегодня будем без админки. Может, админ будет, буду снимать. Админ патруль там, все дела. Так, заходим в автосалон. Бать, что-то мне напоминает кого-то, ебать. Руки-базуки, блядь. Сука. Так, перейти. Так, теперь посмотрим, блядь, нормально машины с новым модпаком, потому что, блядь, в прошлый раз у меня был старый модпак. Так, Ямаха. Что это за гибрид? Так. Морковка. По-моему, это третья какая-то там. О, Мерседес. Скайлик у меня он есть. Я, наверное, продам. Супрянка. Супрянка, ебать. Так, Мерседес, ГТР, кабанчик, Додж, десятка, Volkswagen, четырка, девятая, Порш кабриолет. Вот это уже другое дело. Брабус. Брабус, Мерседес. Рэндж Ровер, Гелик, Субару, девятка, пятнашка, Шнива.
Не, ну блин, есть что, выбор есть. О, ягуар. Нихуя себе, ягуар, бля. Сочный такой, блин, я бы взял. Ягуаров, тем более, у меня никогда не было. Можно было бы взять ягуар. Так, Мерсик, X5. Ух ты, ебать. Так, приорка, хуёрка. Лексус, X6. И заново пошли. Так, короче. Все, я нашел свою тачку. Ебать, она тулит. Короче, это ягуар, пацаны. Ягуар для пацанов. Это не Мерс. Это ягуар. Это ягуар. Это ягуар, детка. Ягуар пизжа. Ебать, он тулит. Вот это я понимаю мощь. Ёбаный в рот. Нормально так едем. Нормально едем, ёбаный в рот. Так, аккуратно. Поворот. Оп, ну почти вошел. У меня модпак Мерседес это. Ну это другое дело. Ебать, я пикапер нахуй здесь. Ладно, шучу. Не знаю вообще, сколько лет. Ну, я думаю, я... Ну, как минимум 16. Я надеюсь. Так, давайте в тюнинг заедем. Ну, можно, пожалуйста? Мадам, мадам. Мадам, можете выйти? Я в тюнинг заеду. Спасибо. Так, цвет. Давайте что-то такое красивое сделаем. Ну, допустим, розовый тот же, да? Чё, так. 180 и 0. Почему бы не так? Нитро. Так, диски. Диски, диски. О, да. Какая красавица, ёбаный брос. О, мазефака. Вот это другое дело. Диски офигенные. Конечно, это ж я, ебать. Великий тюнингмен. Кирилл. Блять, поворот нахуй проебал. Тихо. Тихо, тихо. Вот это навалит. Вот это я понимаю, точило. Такс. Вообще четко. Просто заебись. Ух ты, блин. В поворот зайдем. Не, ну мы купили себе достойную машину, я думаю. На ней будем весить. Давай. Давай. Дай руль. Сейчас дам, подожди. О. Садись. Ёбаный в рот, что там взрывается. Дом офигенный, ну. Покажи мне дом офигенный. Тут по-любому он куплен, блин. Тут бабвелюся не ходи. Ну, я себе такой дом скромный выбрал, блядь. И то я в таком месте выбрал, что, блядь, я его сам найти не могу иногда. Поэтому я хз. Поэтому я в хз. Валерия Кеннеди. Кеннеди Валерия. Так, едем. Она нас кто-то везет в лес изнасиловать. Да. Не хочу, чтобы такая ситуация, как Шурыгина, произошла. Ну, вы поняли, да. Ну, я не знаю, сколько ей жизни лет, но она утверждает, что она действительно девушка, я ей как-то верю. В принципе. Потому что, блядь, а смысл за... Ебать. Что тут за руины? Хуя себе.
Конечно, маппинг радует, радует. Так, выпустилась из тюрьмы Димон Макеев. Хуй сейчас лайн. 23, блин. 10 утра, 23 лайн, я думаю, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Блин, маппинг здесь прикольненький. Там дома, мне кажется, все раскупили. Стопудово. Стопудово. Так. О, нихуя себе дом, блядь. Нихуя себе. Нихуя себе. КХМ. Ну блин, нихуёво такой домик, да? Я б здесь жил. Раньше ворота открывались. Ага. Понятно. А кто его купил, интересно? Понятно. Нихуёво так. Так, займемся паркуром, Лёха. Хера себе домик, блин. Мне нравится. Мне определенно нравится. Взлетная площадка, там все дела. Не, ни херовый такой дом, не спорю. Не спорю. Нормально так живется. Кому-то. А в дом зайти можно, интересно? Ну. Давайте посмотрим, что тут за дом. Далее, да, можно зайти. Судя по всему, здесь интерьер обычный. Да, блин, я думал, что какой-то интерьер будет охуенный. Но, к сожалению, нет. О, так, привет, привет. Admin. Я только заметил, что у меня написано на спине admin. Так, нужен скриншотик. Чё, поехали? Или куда? Чё, я за руль? Запикапил девушку, пацаны. Учитесь, пока я жив. Конечно же, я шучу, ну ладно. Всё, можно ехать отсюда. Так, заводись. Как я там? А, вон, на двоечку. Показал сервер. Ага. Ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите на Сирайте, будем играть вместе. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.